Всем добрый день! Вы на канале «Все своими ручками» и я с вами Анна. Вот такие носочки я связала в дугу. Смотрите, какие. Пятка двойная. Такой узор. Мысок как закрыла. Такие носочки у меня получились. Очень хорошие. Друзья. Плотные. Узор простой. Такой узор получается. Видите? Пяточка двойная. Плотная. И обычный мысок. Закрытие. Осталось стянуть петельки. Внутри. Плотная вязка такая. Такая плотная. Давайте измеряем. Резиночка. 8 сантиметров 1 на 1 вязала. Узорчик тоже плотный. 8. Так. И сама длина носочка. Сейчас измеряем. Так, у меня здесь 15. Вот до пальчика 15. И здесь у нас получается 5. 20 размер. Набирала 48 петель. Узор вяжется очень просто. Меняем пряжу и вяжем по кругу. Спицы номер 3. Пряжа 100% акрил, серенькая, обильненькая детская пехорка. Вот. Плотная, очень удобная. Можно связать на любой размер. Сейчас вам покажу этот узор. Оставайтесь, кому понравились носочки, и свяжем с вами узор. Вот такой узор я вам связала, чтобы вы имели представление. Резиночка 1 на 1, 10 рядов, один ряд лицевыми, установочный, и дальше вязала узор. Вот так он получается красиво. И второй образец тоже связала. Резиночка 1 на 1, ряд установочный лицевыми. И меняла. Нитки красные, полушерсть, а это 100% акрил. Давайте приступим к вязанию первого ряда. Вот наш первый ряд. Ниточка. Можете маркера делать. У меня вот первый ряд здесь. Ниточки перекрещиваем, берем серенькую нить, так, и провязываем. Раппорт узора 4 петли. Провязываем 2 лицевые, 2 лицевые снимаем. Нить за работой. Вот, сняли. 2 провязываем петли, 2 снимаем. Нить за работой. 2 провязываем петли, 2 снимаем. Нить за работой. Вот так 3 раппорта мы с вами провязали. Переходим дальше. И дальше так вяжем. 2 лицевые, 2 снимаем. 2 лицевые, 2 снимаем. Нить за работой. 2 лицевые и 2 снимаем. Нить за работой. Вторую спицу провязали. Третью вяжем. 2 лицевые. 2 снимаем. Нить за работой. 2 лицевые. 2 снимаем. 2 лицевые. Провязываем. 2 петли снимаем. Все. Первый ряд мы с вами провязали. Ниточки перекрещиваем. Берем красную нить. Эти 2 первые лицевые, эти серая нить, мы их снимаем. Нить за работой. 2 провязываем. Это и есть раппорт узора. Второй ряд.
2 снимаем нить за работой, 2 провязываем. 2 снимаем, 2 провязываем. Вот так у нас получается. Вяжем второй ряд. 2 петли снимаем на второй спице, 2 провязываем. Лицевые петли. 2 снимаем петли, 2 провязываем. 2 снимаем и 2 петли провязываем. Узор очень легкий. Вы, девочки, записывайте, и вам он очень понравится. 2 снимаем, 2 провязываем. 2 снимаем, 2 петли провязываем. 2 снимаем, 2 петли провязываем. Так, провязали второй ряд. Вяжем третий ряд. Ниточки перекрещиваем. Берем серенькую нить. 2 лицевые. 2 снимаем. 2 лицевые. 2 снимаем. 2 лицевые петли. 2 снимаем. Провязали. Вяжем следующую спицу. 2 лицевые. 2 снимаем. 2 лицевые. 2 снимаем петли. 2 лицевые и 2 снимаем. Так. Все. Третья спица. Также провязываем. 2 лицевые. 2 снимаем. 2 лицевые. 2 снимаем. 2 лицевые. 2 снимаем петельки. Провязали третий ряд. Вяжем четвертый ряд. Берем красную нить. 2 лицевые серенькие снимаем. Здесь уже 2 раза провязано. Здесь только раз. И провязываем. Вот раппорт узора. Видите? 2 снимаем, 2 провязываем, 2 снимаем петельки, 2 провязываем. Вот 3 раппорта узора провязали. Как вы видите, вот такой узор у нас с вами получается. И дальше самостоятельно провязываем до конца все петельки. Провязываем свободно, чтобы полотно у нас не стягивалось. Свободно. Ниточку пускаем, вот эти петельки снимаем. Все, довязали. Вот 4 ряда мы узора. Нет, еще ж одна осталась, извините, девочки. Вот еще этот ряд провяжем. Провязываем. И дальше будем повторять с первого ряда. Раппорт узора 4 петли и 4 ряда. Петельки поменяли мы. Так. 2 первые снимаем, а 2 провязываем. 2 петельки снимаем, 2 провязываем. По очереди вяжем. И все повторяем. Каждый раз меняем ниточку. И у нас получается такой узор. Если кому узор понравился, делитесь с друзьями. И до новых встреч на моем канале. Всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока-пока.